Сев яровой пшеницы, сорт Риза. Сегодня 14 апреля. Почва сохнет, хотя влага близко, где-то до сантиметра. Это мая, яровая пшеница, сорт Риза, норма высева 4-4,5 миллиона. Можно сказать, полные всходы, достаточно такой ровный посев, предшественник горох здесь. Вид приятный. Посев был произведен где-то числа 15-16. Апреля. Где-то в этих, может быть, числах. Основная обработка на этом поле — это топ-даун. И прямой посев уже по весне, без предварительной обработки, без предпосевной, Rapido 800S. Вот на данный момент посев вот так выглядит. Здесь не было прикатки, поэтому видны, ну, есть такой рельеф от колес прикатывающих Rapido. Плюс почва была немножечко, она пересушена, то есть был комок от корки. Вот как раз этот комочек он и остался. Вообще очень редко бывает так, чтобы посевы были вот так выровнены. Из-за того, что обычно в момент сева во-первых, есть какая-то рельефность на участках, особенно там, где вспашка, или там даже где топ-даун. И есть, бывает смещение почвы, бывают какие-то впадины, бывает тракторная колея, по которой, допустим, она здесь тоже присутствует. Обычно она присыпается сухой почвой, и не всегда семенам хватает влаги. Ну, понятно, что, как правило, влаги хватает, но бывают и такие года, когда сухая весна, она как бы мешает дружным всходам, мешает вот такой вот равномерности. То есть все равно где-то есть пятнышки, которые не взошли. Где-то, может быть, та же свально-развальная борозда. А в этом году, благодаря дождям, в целом все так вот выровнено. Это как бы для меня, ну, в моей практике это первый такой год, когда погода мешает как бы стабильно сеять, когда даже посеву яровой пшеницы, посеву гороха уходит посевная в май. То есть такого не было. Поэтому это первый год. Сейчас прохладно, есть влага в почве. В целом, как бы вот эти вот моменты, они позволяют чуть уходить, но в то же время, как дальше все будет развиваться, непонятно. Пока непонятно по прогнозам. Для яровой пшеницы, для ячменя, я думаю, все относительно предсказуемо. А вот для гороха ничего не могу сказать, потому что на практике такое впервые.